27 вересня баскетбольний клуб «Дніпро» розпочне свій шлях до омріяного чемпіонства. На гостину до дніпрян завітають харківські «Соколи», яких тренує знайомий вболівальникам «Біло-синіх» наставник Володимир Коваль. Перед стартом сезону відбулась прес-конференція за участю керівництва, гравців та тренерського штабу. Вони окреслили задачі на цей ігровий рік. То, что мы сделали в межсезонье, это усилили позиции, которые у нас были слабы. У нас появилось больше больших игроков, в частности, Игорь Чумаков. Ну и подкрепились, как здесь написано, защитником Юсуфом Саноном. Вот. И его защита действительно хорошая, и в этом плане он нам здорово помогает. Я решил, что хочу вернуться домой, в Днепр, пробовать себя там, проявить себя, улучшиться, потому что я знаю, что в Днепре мне всегда есть помощь от команды, от тренеров, от персонала. Все всегда пытаются мне помочь. Поэтому, да, я думаю, что когда я знал, что они будут играть в этом турнире, поэтому я решил, что почему бы и нет. Тут сделано все для того, чтобы упростить игрокам жизнь, скажем так. Чтобы ты был занят только тренировочным процессом. Есть все условия для этого, все создано замечательно. Ну а игрок старта, не игрок старта, это... Ну, для меня это никогда не играло решающей какой-то роли. Задача моя – выходить и приносить пользу в те моменты, когда тренер меня выпускает. В этом году мы провели как никогда плодотворно и успешно. Вот. Мы играли с очень хорошими командами. Мы провели хорошие сборы в Турции, в Литве. И высокого уровня были у нас соперники. И я думаю, что это только пойдет нам на пользу. Промежуточно это пройти команду Борисфен на попадание в группу Еврокубка. Ну и, конечно же, планы на чемпионат – это завоевание Кубка Украины и, конечно, чемпионство в сезоне 2019-2020.